Очень, друзья, интересная схватка нас ожидает, да? Заурбек Сидаков после такого небольшого поражения на Кубке Содружества никаких оправданий себе не искал ни в коем случае. Вот, ничего, проиграл, ничего, с кем не бывает, да? Без проигрыша нет побед, как говорится. Было время у него подготовиться, хорошо подготовиться. И теперь у нас отбор на чемпионат мира в Белград, друзья. Поехали. Первый период. Чермен Валиев, чемпион России. И Заурбек Сидаков, олимпийский чемпион. Действующий олимпийский чемпион Токио. Подбирается. С каждым соревнованием, с каждым турниром потихонечку подбирается Чермен Валиев к Заурбеку Сидакову. Тоже очень опытный, техничный борец. Поджимает. Заурбек Сидаков берет центр ковра. Поджимает Чермен Валиева к зоне. Так, берет. Есть. Так, есть у нас. Так, друзья, счет. Да, я забыл поменять свойства. Подожди. Сейчас. У нас здесь 5-3 счет в пользу Абдулрашида Садулаева. Так, есть 2 балла у Заурбека Сидакова. Да-да-да, все, я исправил. Просто заговорился, чуть-чуть не... Да, уверенно забрал 2 балла Заурбек Сидаков. 1,5 минуты отборолись все спортсмены. Пока вязкая такая борьба в центре ковра идет, каждый присматривается. Ну, Чермену Валиеву надо искать какие-то ошибки. Хотя ошибок у Заурбека Сидакова, у него их практически нет. Он очень технично всегда действует, аккуратно. Но на психологическом уровне Чермен Валиев все равно понимает, что... Можно побеждать, можно бороться с Заурбеком Сидаковым. У Тимура Бижоева это получилось на Кубке Содружества. Вот, а на чемпионате России в финале он выиграл Тимура Бижоева, поэтому надо бороться, пробовать что-то, искать Чермену. Пусть, конечно, победит сильнейший. Минута остается. Да, у Заурбека Сидакова на самом деле минимум всегда ошибок, минимум ошибок. Конечно, оба умеют работать в концовке до последней секунды. Заурбек Сидаков при любом счете, мы знаем, что концовку он у любого спортсмена, любого уровня концовку может забрать. Много раз это он демонстрировал и с Чамиза, и с Бароузом, друзья. Поэтому здесь концовку может забрать очень легко даже. Сейчас его все устраивает. Для Заурбека отрыв 2 балла. Уходят на перерыв борцы. Первый период быстро пролетел. Победитель этой пары едет, друзья, меньше чем через месяц на чемпионат мира. Вот она, эта встреча, прикидка, сколько раз мне писали в группы, везде, и в личку, и в WhatsApp, и звонили: Степан, когда прикидки. Вот, друзья, вы дождались этих прикидок. Организация, Федерация борьбы сделала все для вас. Просто наслаждаемся, все в прямом эфире, чтобы было все предельно открыто, предельно честно. Вот, 2 спортсмена, действующий олимпийский чемпион и действующий чемпион России, друзья. Победитель из них едет на мир. Второй период, 3 минуты. Пока счет 2-0, сделал посадку 2 балла. Моя жизнь больная борьба, и стремлюсь я только к победе. Поражения не для меня, но без них никогда я не стану первым. Просто живи. Мура Моушен, спасибо. Мурат, спасибо тебе за поддержку, мой топ-донатер. Спасибо. Дай бог будем жить. Спасибо.
Просто живи, Степан. Спасибо, спасибо, братец. Так, 30 секунд у нас второго периода пролетело, друзья. Да, Activity Time все равно, видите, 2 балла ведет, но активней. Центр ковра больше наседает, прессингует, швунгует. И центр ковра не дает сместить себя за Урбек Сидаков, тем самым он зарабатывает еще Activity Time. У Чермена Валева есть 20 секунд сделать активное действие, или уже за Урбек Сидаков поведет со счетом 3-0, друзья. Так, Алан Туаев, Есень... А, братьями друг друга доводятся? Ну, такой информации я, честно, не знаю. Я знаю именно, что в Осетии нет однофамильцев. Вот это я точно знаю. Там. Так, продолжается борьба. 3-0 счет. Надо прям... Надо Чермену что-то делать. Мы знаем, что Чермен тоже, он у него и мельница хорошая, грамотная. Вот на Ирыгинском турнире он сразу в первом периоде прям поймал вот это на ошибке Заурбека Сидакова. Технично, очень грамотно как-то отвел внимание Заурбека Сидакова и мощнейшую мельницу провел. Поэтому ни в коем случае с Черменом Валием расслабляться нельзя. Но, что могу сказать? Чермену Валиеву, конечно, характер у него на высоте. Будет бороться он до последней секунды. Даже помним схватку с Муратом Нухкадиевым, где он просто Чермена Валиева удушил. Тот вообще потерял сознание, проснулся, не понимая, где он, что, и продолжил борьбу. Поэтому будет до последней секунды бороться, но надо прям включиться, включиться. Нужны действия. Против Заурбека Сидакова надо какие-то неординарные, нестандартные действия против такого борца, такого уровня. Все равно, вроде видите, выигрывает Сидаков, но все равно ищет брешь в обороне, все равно сам атакует, сам пытается зацепы ноги сделать. Здесь, представьте, забирает 2 балла. Если будет накат в последней секунде, защищается Заурбек Сидаков. Чермену Валиеву срочно надо делать накат. Надо выкладываться. Ищет лево-право, пытается найти накат. Ну, Заурбек Сидаков просто. Да, 3-2, 3-2. Счет, видите? И всегда у них практически, друзья, такой счет. Минимальный счет. 3-2, 2-1. Вот всегда чуть-чуть, вот чуть-чуть не везет Чермену Валиеву. Уже третье поражение. Вот буквально там за небольшой период времени. Поздравляем Заурбека Сидакова. Увидим его на мире весовой категории 74 килограмма.